хочу поснимать сейчас вам отсюда. Потому что вот здесь вообще практически, наверное, никогда не будем. Вот, потому что тут и так мы уже в горах, а мы сейчас поднялись выше, и там посмотреть, что и как есть. Снимать, но уже нет времени выходить. Вот с машины я вам. Я вообще не такая уставшая, если страшно, телефон может упасть, блин, знаете? Потому что я в руках держу его. Штуки везде, везде, да? Сейчас этот мост странный, который там двойной, но уже нет времени. И дома вообще снимаю, чтобы вот посмотрели форму, там все. Вот посмотрите, это у нас дома, да, разумеется. Там стена из ара, сейчас видите. Там чемитеры, да? Стена из ара. Чемитеры — это наше кладбище монументали. Кстати, посмотрите, да? Башня вместе с домом, да, посмотрите. Вы увидели. Вот садик в этом, да? Вообще просто узенький, да? Тошка, снимаю руками. Это вот там, вот там мы были сейчас. Наверху. Все арочные мосты, все по диагонали, все, ни один прямо, все по диагонали. Ну, это легко. Расплюнусь. Вот как обычно, просто уже видите неоднократно, что по дороге, а здесь горная дорога, видите? И именно по дороге, стене и именно и дома. Ну, как-то странно, да, все равно. Посмотрите, какой кривой там. Вообще, посмотрите, какой там, да?
сейчас там мост, но я просто очень быстро ездить. Я не успею заснять. Может быть, смогу. Ну тут именно вот в этом месте работают. Именно вот сейчас остановились бы. Можно было, там тоже, видите, арочный мост внутри, вверху, видите? Смотрите. Это дрожит у меня. Все дрожит у меня еще. Дрожит этот пресс. Вот это что за строение, да, кстати? Вот. Это что за строение вообще? Ну, это нормально, все, все нормально. Жалко, не видно моста, вот он как раз вот за этими фигнями. Ждем зеленый свет в ветушке. Вот эта дорога, видите? А, ну вот, дождались. Там тоже есть и стена, посмотрите, посмотрите. В смысле, когда я говорю наша стена, это значит... нечеловеческое. Ну, вот так странно, да, по идее, да, посмотрите, какие трубы роста. Вроде, по идее, наша, да, это по идее, но ну, вот так вот. У нас такой сленг. Немножко прекращу, там у меня уже 7 минут. Ребятушки, он тут гонит, да только я хотела в Елу снимать, блин, он пошел как гнать, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Бьела вообще прикольная, представляете, вот с поезда, когда мы ездили в Бьелу, я тут не дошла же, да, вот помните, мост там был, я не знаю, кто помнит, кто не помнит, там был мост и... были фабрики. Вот сейчас мы будем проезжать, так это вот как обычно, как вы думаете, что это была наша мануфактура, текстильная фабрика, понимаете? Тоже и старая, там 1800 каких-то годов. Вот, пожалуйста, опять же, к вопросу о текстильной промышленности, что это уже у меня была тема тоже рассмотрена, так что я не только жижей занимаюсь, но это тоже жиженая. Нити. Вот. И вот в Италии просто все полно, весь север, только вот именно текстильных заводов, понимаете? Вот. Сейчас будем снимать это. Проезжать. Ой, вот не знаю, вот сколько можно вот ко мне приставать с трясущимся телефоном. Уже ведь предупредила, в каждом видео предупреждаю, что у меня сегодня нет палки. Даже в коротких видео я сразу стала говорить, что... И к тому же я забралась, блин, на 1800, начали с 900, 2,5 часа только подъем. Я абсолютно без палки была, да, вот, и то есть, и, ну и вообще я поэтому не снимала, потому что это было бы невозможно, потому что, во-первых, я еле дошла. Вы сначала взберитесь то, что я взобралась, а потом критикуйте, говорите, что у меня трясущиеся руки, извините меня. Это сегодня был очень сложный подъем, и, блин, люди все равно, ведь, я главное, снимаю видео на 1800, и нет, надо все равно, видите, как, да, дом, видите, по диагонали, нет, надо все равно критиковать, удивительно, да, но заберитесь на 1800, снимите правильно, без трясущихся рук, тем более, короткое видео, его можно снимать только прямо,
У меня не такая палка, которая... У меня нет палки сегодня, но у меня палка, которая у меня, она не позволяет делать короткое видео. Все время нужно в руках снимать. Поэтому... Господи, чтоб у вас только было все нормально, и вас никто не критиковал, или вас наоборот, вот люди, которые вот так вот это достают, это люди, которых вообще просто никто не любит, абсолютно. Вот, пошла сейчас, вот смотрите, он хоть и быстро едет, но мы сейчас все заснимем. Но он сказал, что как-нибудь меня свозят сюда, потому что здесь вообще, вот это все, ребятушки, это все, вот текстильная это, текстильная фабрика, она огромная. Это все наше, наше старое. Вот. Видите, наши эти, посмотрите, идут все зикуратами. Ну, как получится, так и сниму, то, что я не буду окно открывать, иначе это будет... И жалко, что мы вот не здесь не проедем, потому что там такие дома все странные. Не, ну если я приеду, я сейчас посмотрю, как далеко от вокзала это. И это я тут все изучу. Ну, вот посмотрите, какая огромная фабрика, она просто идет на несколько километров. Вот это все относится к фабрике, ребят. Прикиньте, это вообще, посмотрите, там все пустое, но как обычно, это мы уже неоднократно рассматривали, эту тему, я не знаю, грызла-перегрызла уже. Смотри, какая длинная фабрика, да, вообще? Невероятно. Ну вот, видите, трясется рука, даже без... Даже если я бы, у меня была бы палка, но если машина трясется, то и будет рука трястись. Что? Что делать? Видите, наши эти торчат, кстати. Не забываем, что стена эта, ей дают... 1800 дают. Опять же, выглядит как средневековая, да? Вот там. Не, сюда надо будет все прийти, в эту часть белые, дома все наши. Посмотрите, мы сейчас будем приезжать в этот мост. Понимаете, видите, посмотрите. И вот с двух сторон, вот это вот текстильное, с двух сторон, понимаете, посмотрите, все наше, посмотрите. Офигительно, да? Офигительно. Там домик нарос, посмотрите, да? Вот так вот. И вот сейчас посмотрим, сколько до вокзала. Таким образом я сюда приду. Он вот тут едет по туннелю, ребятушки. Посмотри, как Виви и Тренова туннель. Вот где-то здесь он по туннелю едет, ребятушки. Смотрите, какие стены, да? Смотрите. Видите, здесь все наше. Сейчас посмотрим, сколько тут до вокзала. А вот стационный, да. В общем-то, я примерно понимаю. Не так уже, ну, на Якузе там, то вот там. Я совсем найду. В общем, понятно, что нужно вернуться и поизучать вот эту всю часть. Все это заводится. Только с другой стороны, можно ли secondo te là in qualche modo posso andare diciamo a poi riprendere? Sì? C'è strada. Ecco, questa è
ладно, ребятушки, я пока закончу. Все, пока-пока. Тут сегодня без палки особо не наснимаешься. Это белое мы уже были. Вот, тут мы уже ходили, снимали. Поэтому все, кто хочет посмотреть белую. У меня много чего по белу, там много видео. Вот.